Персональную выставку «Дыхание юности» представил вниманию кустанайцев скульптор, академик Петровской академии наук и искусств Адиль Чутаев. Все скульптуры выставки расположили в историко-краеведческом музее. Адиль Чутаев – художник реалистического направления. Родился он в Кустанае. Но так сложилось, что основную часть жизни он проводит в Санкт-Петербурге. Там же скульптор в собственной мастерской создает изящные произведения. В Казахстане Адиль Чутаев экспонирует свои творения только у себя на родине, в Кустанае. Звание академик Петровской академии наук и искусств – это, конечно, высокое звание, и он является единственным казахстанцем, который вот носит это звание высокое. И, конечно, он очень много выставляется. Выставлялся он в международных выставках, например, в Люксембурге. В творчестве скульптора можно выделить несколько главных тем – и общественно-исторических, и личных. Люди Казахстана, люди мира, дыхание юности, империя чувств. Вдохновенно работая, художник выполнил множество вариантов в рисунках, в глине, гипсе и мраморе. У меня одна из главных тем – это великие люди мира. Там у меня есть портрет Мадонны, Маргарет Тэтчер. Когда-то я показывал портрет Маргарет Тэтчер. Ей очень понравилось. И когда-нибудь я собираюсь продать в Национальную лондонскую галерею. Но пока себе я оставил для выставок. В этом году Адиль Чутаев представил кустанайцам и гостям города выставку «Дыхание юности». Это тема красоты женского тела, которая, по словам автора, олицетворяет энергию молодости, юности, одухотворенности. Как вспоминает мама Адиля Чутаева, мальчик лепил с малых лет и всегда мечтал стать художником. Талант будущего скульптора распознали и признали его родители. Всегда лепил что-то. Вначале это были игрушки, сказочные герои. А потом впервые мы увидели, как он вылепил Чапаева. Потом очень понравилось, похоже, и как-то очень даже интересно было это. Потом вылепил Пушкина, затем Ленина. В Кустанае выставка продлится до 11 августа. Бауржан Ержанов, Софья Чернова, РТН.